Я вообще находился дома. Вы там материал делаете хоть, откуда их лепить-то? У меня вот есть. Злоумышленник схвачен, судья в безопасности. Эти действия судебные приставы доводят до автоматизма, пусть даже тренироваться приходится снова и снова. Никаких тренажеров, все ситуации из жизни. Залы заседаний тоже реальны. В Рязанском районном суде. Сегодня мы учим и в то же время оцениваем профессиональную подготовленность начальников отделов старших судебных приставов. Значит, после сегодняшнего занятия, как правило, традиционно у нас не остается неясных вопросов, поэтому на 100% начальники отделов после сегодняшнего занятия готовы приступить к самостоятельной работе на своих местах в районах Рязанской области. Поэтому оценивается и по алгоритму, и по схеме. Все действия пошагово прописаны в инструкции. Перед началом судебного заседания пристав обязательно проверяет зал. Смоделирована ситуация, в которой сотрудники отрабатывали поиск запрещенных и опасных предметов. Под подоконником, на потолке и под лавкой было спрятано оружие и взрывчатые вещества. Приставу необходимо было с помощью специального зеркала и фонарика обнаружить и обезвредить предметы. Инструкторское методическое занятие предусмотрено проведение, согласно наших руководящих документов, не менее 2 раз в год, как правило, проводим 1 раз в полугодие. Количество старших судебных приставов привлекаем на занятия все без исключения старшие судебные приставы, они же начальники отделов, вот, с одной целью – показать организацию правильности обеспечения установленного порядка деятельности судов, с тем, чтобы они могли на своих местах после данного занятия научить подчиненных судебных приставов организации обеспечения безопасности в зданиях, судах и другие задачи согласно федерального закона номер 118 об органах принудительного исполнения в Российской Федерации. Для повышения навыков на территории Рязанского районного суда было организовано 6 учебных точек. Разборка и сборка оружия, а также предотвращение чрезвычайных ситуаций. После завершения учений сотрудникам выставлены оценки и даны дальнейшие рекомендации для повышения навыков. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».